Всем добрый день, дорогие друзья. Решила ответить на один вопрос. Зачем я Кате купила новые кроссовки? Что она будет зимой в кроссовках ходить? Ребята, кроссовки ей нужны для физкультуры. Почему я ей купила? Потому что вот эту, помните, мы покупали перед школой. И смотрите они. Мы уже несколько раз их заклеивали. Видите? Они все разорвались полностью. Видите, вот все. Все, тут уже даже клеить смысла нету. Видите? Поэтому я Кате купила новые кроссовки. Также меня спросили, почему я не купила Маше колготки. Маша просила колготки с котятами на коленях. Тут такие нарисованы котятки должны были быть. Но там размер был только на маленьких. Поэтому я ей не купила. Но там был выбор других колготок с другими рисунками очень много. И я решила, что я сейчас зарплату получу. И мы с Машей вместе пойдем. И она выберет, какие она хочет. Потому что какие я ей куплю, ей опять не понравится. Поэтому я решила сделать так, что мы вместе с ней пойдем, и она выберет. Так что не переживайте. А шнурки она завтра пойдет в магазин и сама себе купит. Так что вот так вот. Надеюсь, я на... А, да, по поводу брюк. Многие спрашивали, почему брюки у нее такие завышены. Я вам сейчас попозже покажу эти брюки после стирки и покажу. Это у нее такой формат брюк. Спереди завышено, сзади удлиненно. Это такие фасон такой. Даже брюк не формат, а фасон брюк. Поэтому сейчас я вам покажу их. Всем добрый день, дорогие друзья. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Что у меня после вчерашней помывки волос, голова вся какая-то. В целом, сходила в магазин. Маша! Купила две пары шнурков для девочек. Сейчас посмотрим. Расцветка коричневая у них. Так, есть вот такие вот толстые, смотри. Они, так, толстые по 52, а тоненькие по 62 рубля. И есть вот такие тоненькие. Какие будешь брать? Толстые, но... Покажи. Так, Оксане вторые надо было, да, Оксана, тебе поменять шнурки? Но я тебе потом поменяю шнурки. В целом, купила две пары шнурков. Катя, покажи мне, пожалуйста, свои брюки, в которых ты вчера ездила. А то подписчики написали, что я купила тебе очень хрупкие брюки. Сейчас Катя покажет. Я сходила в магазин, купила зеленый лук и взяла соус для барбекю. Хочу крылышки замариновать и обжарить. Смотрите, вот Катины брюки, да? Что я хотела показать? Многие написали, что они короткие. Видите, это фасон такой. Это такой фасон. Так сшито. Сзади длиннее, а спереди короче. У вас, наверное, полкласса, да, в таких ходят? Я не знаю. И вот такие вот мы взяли, такие купили. Это не короткие, не, это такой фасон брюк. Это вот обычные брюки. И вот у них, видите, сзади удлиненно, спереди короткие. Надеюсь, на ваш вопрос ответил. Они не маленькие, да? Я такие. У Маши, у Оксаны такие же, у Кати такие же. У Маши такие же. Ну-ка, иди сюда. У нас у Оксаны проблема. У нее загноилась губка. Ну, простуда на губе выскочила, и теперь вот так вот. Так, эту выкинуть упаковку. Что? У меня там есть такие штаны, я без ремня хожу. Хорошо, без ремня. Так что будем сегодня с вами делать крылышки. Сегодня у нас воскресенье, а значит, приедут родственники в баню. И также купила канцелярский клей силиконовый. Это у нас клей, Маша, прибери его, чтобы дома всегда был клей. У нас клей махом улетает. Я его покупаю, он ширк нету. Они потом, мама, нам клей надо. Только успевай, мама, покупай. Достала деткам конфетки. Предыдущий кулек уже съели шоколадных конфет. Некоторые написали, что вот, зачем вы прячете у детей конфеты, отдали бы им. Или наоборот бы спрятали, дали бы на Новый год. А зачем прятать? Я вот даю каждый раз, кулек достаю, не съедает и опять достаю. И не собиралась прятать детям. Но тут еще мармеладки чисто у нас отдельно лежат. У нас вон потянулся, конфеты лежат. Потянулся, еще конфеты лежат. Но тут карамельки, они их не хотят. Раз дома шоколадные есть, зачем мы будем карамельки кушать, да, девочки? И вот поэтому вот так вот. И хочу поставить тесто на хлеб. Хлеб постряпать. Да, Катя? Будем хлеб стряпать? Вы суп поели?
Нет, он это... Остывает? Ну ладно, дорогие друзья, вот такое вот у нас утро. Сейчас будем с вами ставить тесто на хлеб и заниматься крылышками. Если вам это интересно, оставайтесь с нами. Так, дорогие друзья, будем с вами заниматься вот этими крылышками. Они уже разморозились, и все, сейчас будем заниматься ими. Буду разрезать на кусочки, а потом будем мариновать. Если интересно, оставайтесь с нами. Так, нарезала я курочку, крылышки вот на такие части у меня получились, а вот это вот я буду варить Тайсону, ну, кушать, что каши какие-нибудь сварю на пару раз, вот хватит, чтобы каши сварить ему. Это я сейчас буду мыть, переложу вот в этот тазик, залью водичкой и перемою. И потом часть курицы я замариную, а часть курицы уберу в холодильник по пакетикам. Для супов или для чего-нибудь еще. Все, полоснула. Вот это вот я сейчас замариную. Тут такие вот как бы ножки получились. А это вторая часть от крылышек. Я их разложу по пакетикам и уберу. Тут на два раза как раз в пакетике хватит. А это сейчас замариную и буду обжаривать на сковородочке. Так, все, разобрала я мясо на три равные доли. Получилось у меня три пакетика, где-то на суп, где-то на второе, но вот будут лежать в холодильнике. Тут у меня от курочки. А это сейчас приберу вот это и будем с вами мариновать. Так, достала я свои приправы. Вот не знаю, что мне положить. Ну вот помимо этого соуса, надо что-то еще сделать. У меня что-то... А вот есть приправа для куриц. Сейчас я ее и посыплю. Ну что, приступаем мариновать курочку. А там что, нету, что ли, ничего уже? Нет, есть еще. И вот еще приправа для курицы есть. Так, дорогие друзья, замариновала я нашу курочку. Я оставляю на полчасика, чтобы она помариновалась, а потом будем жарить с вами ее на сковородке. Ну, я решила так сделать. Тут, по идее, написано, в духовке можно делать. Где тут-то? Маринад для барбекю. Что-то не могу найти, где написано было. А вот, на огне, на барбекю и в духовке. Но мы будем делать на сковородке. Посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, будет очень вкусно. Пусть маринуется, потом будем жарить. А пока ставлю варить гарнир. Дети попросили макароны. Так, дорогие мои, сейчас буду ставить тесто на хлеб. Что мне для этого понадобится? Вы меня просили показать. Я выполняю вашу просьбу. В первую очередь нам понадобятся дрожжи. Дрожжи я всегда беру вот такие вот, как в тазике лежат.
Не беру сухие, потому что на сухих у меня никогда не получается тесто. Вот как бы я ни пробовала, но вот у меня почему-то на сухих не получается. Ну, не мое это. Я привыкла вот к таким дрожжам и ими пользуюсь. В первую очередь снимаем все кольца с рук. Наливаю я сюда теплую водичку. Я всегда делаю на глаз, для того, чтобы растопились наши дрожжи. Сейчас растопим с вами дрожжи и продолжим. Так, наши дрожжи растопились. Что нам в следующем понадобится? Соль. Все добавляют на глаз. Кто сколько. Ну, я не знаю. У меня как учила моя бабушка на глаз, я всегда все добавляю. И немного добавляю всегда сахара. И все хорошенько размешиваем. И сейчас будем добавлять муку и замешивать тесто. Муку предварительно я просеяла через сито. И все это замешиваем. Так, все, тесто я замесила, оно у меня вот такое вот получилось. Вы видели, как я его мешала. Сейчас убираем в теплое место и пускай поднимается. И потом будем стряпать хлебушек с вами. Наверное, себе кофе, хочу попить. Многие спрашивают про мою спину, как я себя чувствую. Ребят, спасибо большое. Дай бог вам всем здоровья, что вы переживали за меня. Мне немного получше, но все равно еще находишься, болит. А так вот уже легче намного. По поводу, почему я ничего не купила Маше. Маша просила колготки с котятками на коленях. Но там размер был самый большой, 128 я нашла. Это очень маленький на Машу, как вы понимаете. И, но там был другие рисунки, очень большой выбор. А без нее брать я не хочу, потому что вдруг ей рисунок не понравится. И я решила, что мы с Машей пойдем покупать, когда я получу зарплату. Я получу зарплату, и мы вместе с ней пойдем, и она выберет те колготки, которые ей хочется, а не те, которые я возьму. Приношу извинения. Так что вот так вот, дорогие друзья, вы увидите этот влог, ну вот, с покупкой Маши, то, что ей надо. Ей надо будет еще рубашку, потому что ее надо становится ей в обтяжку сильно. Поэтому мы будем ей потом, как зарплату получу, будем покупать ей рубашку, колготки и то, что она захочет. Поэтому, если вам это интересно, то увидите в ближайшие недели. Дальше, по поводу того, когда я уже пойду к парикмахеру. Ребят, я записана на 25 число. 25 числа мы вместе с вами идем к парикмахеру. Ну, там, конечно, я снимать не буду, но результат потом вам покажу, какой у меня получится. Еще мне писали: Настя, сделай себе ноготочки. Раз брови сделала, сделай ресницы, сделай ноготочки и сделай какой-нибудь красивый макияж. На Новый год макияж постараюсь сделать. Насчет бровей, насчет ресниц не знаю. Надо тоже записываться. Сейчас навряд ли где-то записи есть, поэтому я не могу утверждать, что я ресницы сделаю. Ну, как покрасить, имеется в виду ресницы. По идее, у меня тушь есть, я могу раз в год ты тушью покраситься. Просто, видите, я не люблю краситься. Ну, как бы, я не умею краситься. Вот так вот скажу. Потому что всю жизнь без косметики. Так, она так стоит, так смотрит на меня интересно. На взгляд. Тебе резиночку надо? Так что вот так. Насчет ногтей я не знаю. Я пока в раздумьях, ребята.
Мне написали, что нанеси просто гель-лак, сходи, сделай гель-лак, будет долго держаться и будет на видео приятно смотреть на твои ногти, потому что они страшные, постоянно из-за того, что я в воде вожусь, они страшненькие. Ну да, у меня нет времени за ногтями ухаживать, да и то, что постоянно в воде находишься, они от этого портятся. Они у меня очень сильно слоятся и ломаются, они у меня слабенькие, но не в этом суть. По поводу Нового года, пойдем ли мы куда-то на Новый год? Нет, ребята, Новый год мы будем дома. На Новый год домой приедет Ильюша. И поэтому мы своей семьей будем справлять Новый год дома. Да, Егора? Мы и дома неплохо справляем Новый год. Фейерверки будем покупать нынче, нет? Ага, будем. В том году-то ведь запускали? Будем. Это в радиоулей находили? Нет, это нам дядя Юра давал. А, там еще и у Ильи находили. Ну, или еще фейерверк был. Так будем или нет покупать? Будем. Будем? Девочки! На Новый год фейерверк будем покупать? Да. Фейерверк будем покупать на Новый год? Че? Фейерверки будем покупать на Новый год? Я что, должна повторять да, много раз? Да, надо хотя бы одну хлопушку в школу. Я говорю про наш Новый год, а не про школу. Я уже про школу слышать ничего не могу. Да, будем фейерверк на Новый год покупать. Да, Ваня сказал, будем. Да, дети многие за фейерверк, поэтому, скорее всего, купим на Новый год фейерверк. А елку будем ставить? Да, насчет елки многие спрашивают, когда мы будем наряжать елку. Ребят, мы всегда ставим ближе к 30 числам, потому что дети ее снесут. Особенно Ваня. Ну, после 25-го, да, скорее будем. 25-го. Нет, после 25-го. 25-го. Ну, посмотрим, там у видно нас... будет. Мы еще ничего даже не доставали новогоднее. Мы еще не мишуру, ничего не покупали. У нас игрушки есть. Ну, игрушки есть, но там мало же их. У нас там старые есть. Старых, там старая мишуру, она все уже, я ее выкинула. Все. Ну, ладно, там видно будет. Так что, если вам интересно, оставайтесь с нами. На этом я с вами сегодня попрощаюсь. И продолжение видео вы увидите уже чуть позже. Поэтому, если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока.